слышно и видно хорошо, все здорово. Видимо, я для него не совсем угодна. Но не знаю, это может быть я сейчас так. Но вот второй день, ни во вторник не получилось выйти в эфир, ни сегодня. Никак не дает выйти. Ни через творческую студию, ни так. Будем разбираться после эфира, который сейчас проведем здесь. Вот. И хотела бы вам, ребята, еще сказать, что 2 и 3 июня я буду в Москве. И точно так же у нас будут проходить встречи, то есть 2 июня, это будет пятница, будет вечерняя, чтобы могли кто-то после работы подъехать. И суббота, скорее всего, там, ну, на максимальное количество времени будем с вами. Да. Сейчас, подожди. Тиша, иди открой Ярику дверь. Ворота закрыты. Вот, поэтому, ребят, кто готов, кто будет в это время в Москве, либо кто живет в Москве, либо кто хочет приехать в Москве навстречу, она будет платная, но она будет как бы минимальная, чтобы нам оплатить аренду зала. Вот. Будет также собирать Кристина, кто-то уже с ней знаком по предыдущей встрече. Всех буду, конечно же, рада видеть. Она будет 2 и 3 июня. Вот. Поэтому присоединяйтесь, кто не может по каким-то причинам приехать в Сочи на ретрит. Вот, ребят. А сегодня я бы хотела раскрыть тему, опять же, со своей стороны, как я это вижу. Что такое РПП, расстройство пищевого поведения? У нас почему-то многие моменты, которые, как мне кажется, как я их вижу, они лежат на поверхности. Но почему-то у нас их людей, которые имеют какое-либо заболевание, их не лечат, как бы исцеляют, не исцеляют, а лечат в несоответствии с этим заболеванием. Это я могу сказать по своему опыту, конечно же, и по опыту тех людей, с которыми мне приходилось работать, которые мои близкие, с которыми я столкнулась. Ну, вот. По-другому я немножечко сказать не могу, и поэтому почему я решила вот эту тему осветить, почему расстройство пищевого поведения? Потому что мы все, ну, по крайней мере, кто на этом канале, да, они все плюс-минус связаны с питанием. Вот, и так получилось, что в определенный момент я увидела, что у меня на канале достаточно много людей, которые с расстройством пищевого поведения. И именно поэтому они исследуют эту тему. Именно поэтому они хотят побольше об этом узнать, чтобы узнать именно, что с ними, почему не так, почему в определенное время они подняли сос своему организму, да? Вот, потому что у всех разная история, абсолютно разная история, как они вошли в эту проблематику своего организма. То есть кто-то хотел там на каком-то периоде похудеть, да, у кого-то случился какой-то нервный срыв, стресс какой-то, может быть, на фоне каких-то моментов, которые были связаны с их близкими. Но результат – расстройство пищевого поведения. И очень я сама работала в клинике психологом. Я в клинике работала непродолжительное время. Вот. Но, тем не менее, мне, естественно, пришлось с некоторыми заболеваниями столкнуться. И расстройство пищевого поведения, точно так же, как и
анорексию, да, но анорексия там немножечко другая, загугулинка, вот, и мы тоже, возможно, ее затронем, вот, и сейчас, анализируя это, как работают с людьми, у которых идет вот это вот РПП, но это настолько поверхностно, и когда я вижу, что это не дает этого результата, не дает результата положительного в 70% лечения, что люди возвращаются вновь и вновь к этим симптомам, к этому заболеванию. Почему на протяжении стольких лет не изменили этот подход? Но мы сейчас, я же сейчас не в осуждении иду ни в коем случае, я сейчас иду, чтобы посмотреть, насколько мы подвержены, даже если мы понимаем, что это немножко не так, если мы понимаем, что это не дает какого-то результата, мы все равно, в какой-то определенный момент времени уходим в традиционную медицину. То есть мы себя исцеляем до какого-то момента, да? И если вот этот момент находится вот в переломном состоянии, да, либо я сейчас вот выпрыгну из этого состояния, либо нет. И вот этот вот страх очень часто нас отправляет на снятие ответственности. Что такое снятие ответственности? Когда мы говорим, о, нет, вдруг не получится, вот я вот этим больше рисковать не могу. И ты перекладываешь ответственность тогда на врачей. И это касается в том числе и людей с различными другими заболеваниями, вплоть до рака. То есть есть же научные исследования, что рак это такой-то взрыв клеточного пространства, давайте я так назову. Вот. Немножко по-другому, естественно, это называется, но тем не менее, что было научно доказано, что человек с раковыми клетками, раковые клетки, они есть у всех, да? Это те же самые клетки, у которых меняется определенный состав. И когда у человека исследуют головной мозг, я об этом уже говорила, то в различных долях головного мозга есть определенная цветовая палитра. И тогда специалист видит, что в какой области, с какой областью нужно работать с человеком, чтобы у него ушел этот страх, страх той области. Рак основан всегда на страхе. И когда вот этот страх убирается, то человек с раковым, с симптомами рака, да, с раком, он исцеляется. Вот. Но очень часто бывает такое, что когда человек вроде бы уже исцелился, но он говорит, ой, я на всякий случай еще и химиотерапию добавлю, да. И когда он идет на химию, то вот все, что было с ним проговорено, это обнуляется, потому что у него сразу же закрывается и получается та же цветовая гамма в той же области, которую прорабатывали. Но мы сейчас не об этом, я опять про поговорить, опять ушла. Мы сейчас про расстройство пищевого поведения. То есть что такое расстройство пищевого поведения? Это когда изначально всегда, когда с тобой случается то, что ты отворачиваешься от себя. В любом случае. Это либо случается что-то с твоими родственниками, ты можешь себя винить, ты можешь себя винить, что ты что-то не додал, не досказал, ты можешь себя жалеть, что мне не додали, не досказали. Ты можешь себя не воспринимать, свое физическое тело. Очень часто бывает это у девочек, да, когда там какой-нибудь мальчик, который нравится, он сказал, о, ты там толстый, ты жирный. И все. И она идет на вот это вызывает, что такое, изначально это рвота, да, когда человек изначально вызывает рвоту. Но очень многие моменты, почему, в том числе, почему молчат даже инструктора в спортзале. То есть, если кто-то занимается спортом, например, продолжительное количество времени, и очень часто, например, ходит в спортзал, то многие видели, например, как у людей рвутся мышцы. Это достаточно страшное зрелище,
Это когда я первый раз увидела, как порвалась мышца, грудная мышца, это мужчина жал, и у него просто грудная мышца, она отлетела. Она отлетела, и тут же моментально вот это все место, оно стало багровым, то есть там внутримышечное кровотечение началось. И что самое интересное, что мышцы рвутся, они рвутся не от тяжелых весов. Если вы проведете какую-либо статистику, чаще всего, наверное, ну, как минимум в 80% случаев мышцы рвутся уже на более легких весах. Например, он вчера там жал, ну, грубо говоря, там 10 килограмм, а сегодня на разминке он жмет 2 килограмма, и у него оторвалась мышца. То есть мышца подготовлена под другое. Почему это было? Потому что ты нейронными сетями не запустил процесс, что ты идешь на, пошел на разминку, что ты будешь качать эту группу мышц. Да, как бы смешно это ни было. Очень часто бывают такие случаи, что ты вот все время качаешься там в спортзале, у тебя все мышцы хорошо работают. И сколько раз таких случаев было, что человек после спортзала, например, там, мне нужно бежать там домой, на работу, еще куда-то, и он, завершив тренировку, он ее просто там сделал какой-то ряд упражнений и побежал. И стоит, например, там в метро, держится за поручень, как-нибудь неловко его там взбрякнуло, и он потянул какую-то мышцу, зажал какую-то мышцу, произошло защемление, еще что-то. То есть много моментов, и думаешь, ну, блин, я столько занимаюсь, у меня вроде бы должен быть такой мышечный корсет здоровый, почему такое случается? Так вот, ребят, такое случается, когда наша нейронная связь, нейронные сети не пошли по тому пути, по которому мы им должны показать, как это будет. То есть, смотрите, приходя в спортивный зал, мы должны четко понимать, что будет определенное временное пространство, разминка мышц. И когда мы завершили тренировку, мы тоже должны сделать заминку, да, как это правильно говорить. Где кто-то растяжку делает, кто-то еще что-то, кто-то там на каком-то кардиотренажере завершает. Но это завершение должно быть обязательно. Только после этого наша нейронная связь, она нам, нашему телу говорит, все, завершили. И тогда мышцы расслабляются, тогда ты можешь там и ногу не подвернешь, и ничего с тобой не случится. И разрыв мышц у тебя будет на минимальной стадии, меньше шансов, что ты порвешь мышцу. Это я вам сейчас в очень сжатом состоянии, как бы сказала. Естественно, там можно про это говорить часами. Но это я вам говорю для чего? Что у нас с вами, мы очень часто не замечаем, что не обращаем внимания, что когда мы зарождались, первое, что в нас зарождается в человечке, в маленьком, да, первое, это зарождается нервное окончание, а потом идет кровеносная система. То есть кровеносная система с нервным окончанием, они, ну, практически совместно проходят, можно и так сказать. Вот, потому что сейчас разные исследования, одни склоняются, что на такой-то неделе начинает формироваться кровеносная система, а другие говорят, что на этой неделе начинает формироваться нервная система. Вот, поэтому мы спорить не будем, просто скажу, что это одно из первых, что формируется. И, естественно, нервная система – это полностью наш весь передатчик. Если мы научимся слушать себя, то мы будем слышать окружающий мир. Почему вот сейчас вот я запустила вот этот вот марафон рождения аватара, когда мы научаемся через нас слышать, что происходит в нашем мире. Через внешний мир мы можем отразить, а что же у нас с остином, какой орган говорит, какой орган у нас на пределе, что он вот-вот заболит. И точно так же с этим, когда мы себя не воспринимаем, то у нас идет
у нас идет отторжение. Отторжение же идет не, по сути, не пищи, а мы на нейроуровне говорим самому себе, что это тело, оно, ну, не то, что не будет есть, как правильно сказать. Вот смотрите, есть естественный процесс рвотного рефлекса. Естественный процесс рвотного рефлекса – это тогда, когда идет избавление из организма каких-либо чего-либо, что организму не нужно. И очень часто с этим сталкиваются женщины. Почему в первом триместре? Потому что в первый триместр начинает очень сильно организм чиститься, подготавливая организм к выращиванию нового живого организма. Вот так давайте это назовем. Вот. Либо когда идет какое-то отравление. И если вы понаблюдаете, вы можете видеть, что взрослый, например, чтобы взрослому отравиться, ему намного больше, тяжелее нужна пища, больше времени, там еще что-то, чтобы у него вообще вызвать этот рвотный рефлекс. Но если вы видите ребенка, причем с детьми я работала достаточно продолжительное время, то дети, как правило, если они, если у них температура, если у них головная боль, если у них еще что-то, то у них организм моментально очищается, и они очень часто, дети очень часто их начинают рвать при большой температуре, при том, что они съели что-то не то, когда они что-то начинают заболевать, их начинают рвать. Это начинает как раз очищаться организм. То есть что происходит, когда искусственно человек начинает вызывать рвотный рефлекс? Наши нейронные сети, наши нейронные связи, они говорят в женском, то есть в мужском организме, они говорят, нужно избавляться. Но в мужском организме немножко попроще, и этим заболеванием мужчины болеют всего 30%, в отличие от того, что если брать общее число заболевших, то 70% с РПП это женщины, а всего 30% это мужчины. Поэтому я бы, конечно, сегодня бы хотела раскрыть тему именно женщины, как я это вижу. То есть женщина, когда начинает вызывать рвотный рефлекс, то сначала это происходит безболезненно, вроде бы кажется, что ну ничего страшного, там один раз, два раза. И на каком-то этапе у всех разный организм, на каком-то этапе тело говорит, так, у нас идет избавление от вредного чего-то, потому что, то есть у нас нервная связь так начинает, потому что у нас там идет ребенок, то есть нам нужно вырастить ребенка абсолютно здорового. Хотя ребенка там никакого нет. Вы просто постоянно в этом процессе, потому что вы что-то не то съели, вам начинает психологически казаться, что это неправильно. Вы много съели, вам кажется психологически, что вы сейчас станете около зеркала, и у вас там будет плюс 120 килограмм. Неважно что, главное, что вы вызываете эту рвоту, и ваш организм начинает вам говорить, что... Начинает говорить, вернее, себе, что у нас там плотно, нужно очищаться. И он начинает максимально очищаться, то есть вы уже можете этим процессом не увлекаться, у вас уже идет постоянное вычищение, у вас постоянно идет рвотный процесс, и на определенном этапе вам кажется, ой, как здорово. Но что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит, что организм начинает вытаскивать полезные вещества из вас, то есть вы больше-то есть как... Человек в положении, как женщина в положении, вы каких-то там вкусняшек, там что-то, какие-то витаминки, еще что-то, вы же этого не начинаете есть, а вы, наоборот, стараетесь меньше есть. И организм, рвотный процесс запустился, то есть он запустил освобождение от токсичности вашего организма, интоксикация пошла через рот, и в то же время организм понимает, что ему нужно сюда загнать полезные вещества, чтобы плод развивался, которого нет, напомню, да, и он начинает, ваш организм начинает из волос, из костей, из зубов, из ногтей, из мышц, все полезные вещества, которые есть в вас, еще пока есть,
он начинает их просто стягивать вот сюда вот, а отсюда выводить через рвоту. И в определенный момент ваш организм, ваши внутренние органы, так как им не хватает уже ничего, то есть у вас начинают лезть волосы, начинают выпадать зубы, начинается где-то там подвернула ногу, думаю, что такое там, где-то сломала что-то, кости начинают быть достаточно пористыми. И вы начинаете себя очень плохо чувствовать, потому что все, что было в вас максимально полезного, оно в вас как будто бы как плод туда вытягивается, плода нет, и рвотный рефлекс запущен, и рвотным рефлексом все назад выходит наружу. И ваши внутренние органы начинают постепенно поедать друг друга. Вы, наверное, с этим процессом, этот процесс слышали неоднократно, что внутренние органы съели друг друга, как, например, там у людей, которые болеют анорексией. Такое очень часто происходит. Но мы не будем путать две эти темы. Анорексия – это немножечко про другое. Вот, и там немножко другие нейронные связи задействованы. Возможно, мы, если будет желание, то мы потом поговорим на эту тему. И таким образом, что РПП, если вы это будете понимать, как ваш организм это запустил, подумайте, вам оно насколько актуально, чтобы вы запустили свой внутренний организм на самоуничтожение. То есть ваши органы будут максимально отдавать все внутрь, даже если они будут себя очень плохо уже чувствовать, даже если там уже органы будут в критическом состоянии, он будет рассчитан на то, чтобы сохранить не вас, а тот плод, к которому оно все вытягивалось, которого в априори нет. И вот так у нас задействована наша нервная система. И я сейчас взяла общие характеристики, да, чтобы вы немножечко понимали, потому что там есть много-много аспектов, которые индивидуальны, которые я бы не хотела проговаривать в открытом эфире, чтобы каждый не начал их примерять к себе, чтобы не усугубить какую-либо ситуацию. Но общая картинка, я думаю, что я, наверное, вам это дала понять. Вот. И как раз то, что касаемо нейронных связей, нейронных сетей, я думаю, что я уже завтра более-менее подготовлюсь. Я думаю, что завтра либо послезавтра мы в закрытом клубе, я сделаю, все-таки решила сделать эфир по вирусам. Да. Потому что в открытом доступе я понимаю, что нам его нельзя, потому что мы сейчас еще не разобрались, что у нас с Ютубом. Может быть, меня Ютуб уже больше не выпустит ни на какие каналы. Вот. А может быть, это просто мы что-то упустили. Хотя, не знаю. Вот. Ребят, если есть какие-то вопросы, вы можете написать в чате, либо я думаю, что вы даже можете, мы же просто в чате, поэтому вы можете, в принципе, открыть микрофон и даже камеру и спросить какие-то вопросы, если есть. Потому что мы эту тему еще очень, да, тему, как у нас работает организм, как у нас работает нервная система на выведение интоксикации, что такое интоксикация, что такое паразиты, для чего они, как от них избавиться, от каких не избавляться, и как они влияют, если внутри нас есть определенная группа паразитов, как они влияют на окружающий мир, на наш окружающий мир, мы как транслятор. Мы об этом тоже поговорим в марафоне рождения аватара. Там у нас будет такая глубокая тема антипаразитарная, потому что ее, ну, без нее тоже никуда. Я ее стараюсь не озвучивать, чтобы все сразу же не начали до безумия чиститься, потому что у меня
был такой опыт, что девочка знакомая, она дочистилась до 28 килограмм, когда она обратилась уже ко мне, она была лежачая, обратилась уже не она, а ее мама, она была лежачая. Вот. И мы с ней, ну, наверное, месяца 4 приводили ее голову в порядок, что такое антипаразитарка и как правильно этим пользоваться. Вот. Потому что там очень много аспектов и очень много людей, которые очень чувствуют, что они загрязнены, да, и бывает очень много моментов, которые отлавливаешь, что, например, там говорили в детстве, там, ой, ты там в магазин сходила, там, не том, что там в магазин сходила, там, какие-нибудь там пироженки в песочнице сделала, а ты же деньги держала, это грязь, иди мой. Вот, и человек, например, взрослый, он вроде в пироженки уже не играет, а с деньгами все как грязь. И все, им все время начинают, у меня тоже была женщина, которая все время чистилась, она не понимала, она не могла следить, почему она чистится. Она вроде все, у нее, говорит, у меня все чисто, вроде я не такая. И мы нашли вот это, что бабушка все время говорила, деньги это грязь, затронула деньги, иди руки мой, затронула это, иди там помойся, иди вымойся, иди умойся. Вот, и тут тоже очень много аспектов, и, конечно же, мы, у нас будет, как, у нас будет не том, что мы просто поговорим про паразитов, да? Но я там дам несколько чисток на разные уровни, да? Кто на какие заходит. И это очень важно, чтобы вы это отследили и где-то даже, может быть, попробовали на себе. И когда у нас будет следующий марафон по питанию, по непитанию, то если мы возьмем длительный марафон, то там у нас тоже будет чистка с заходом на чистые дни. Вот. И там мы тоже посмотрим, мы возьмем несколько видов чисток, то есть одни будут делать столько, другие столько-то, кто на какой срок пойдет. И я очень подробно расскажу, для чего это нужно. Потому что, чтобы у нас у вас не было такое, что мне сказали, что нужно почиститься, вот я чищусь. Нет, это не про это. Это чтобы вы понимали, что после этой чистки у вас органы будут, с органами будет происходить то-то, то-то. Если с органами будет происходить то-то, то-то, то ваш мышечный корсет, например, там либо раздвинется, либо гладкая мускулатура, она станет более, как она, вы же все знаете, да, что у нас с возрастом внутренние органы оседают. И когда они оседают, они получаются, что как бы как не в своих пазлах стоят. И когда они стоят не в своих пазлах, то мы очень многие моменты не можем даже в бытовом плане сделать. И поэтому мы обо всем этом тоже будем разговаривать, чтобы наше тело максимально, как чем сделаем более ближе к природе, к своей истинной природе, свое физическое тело, тем больше мы сможем транслировать в свой окружающий мир свое, то, что я хочу, не то, что мне навязывают, я это делаю, да, сейчас у нас идет чаще всего, что социум говорит, вот это вот нужно, и я это делаю, а у нас будет наоборот, и ты будешь тогда рисовать свой мир, и именно про это, чтобы вам уже никто не ездили, как мне некоторые там пишут, что 30-20 лет ездят за какими-то гурами. Ребят, самый лучший гуру – это всегда вы, все внутри вас. Как только вы научитесь себе доверять, себе распаковывать, вам больше никто не нужен будет. А если кто-то нужен будет, то просто вот поболтать и провести хорошо время с кем-то. Все. Да, ребятки, если нет вопросов, то я буду этот эфир сохранять, будем смотреть, что там с Ютубом. Присоединяйтесь, пишите вопросы, если появятся еще какие-то вопросы. Да, Андрей, что-то хотел спросить? Да, добрый, слышно меня, да? Да, слышно, ага. Да, скажите, пожалуйста, такой вопросик. Как влияют клизмы или периодичность клизм, ну, скажем так, на здоровье или на состояние вообще? Ну, вообще, я вам скажу так, что на определенном этапе клизмы, я бы сказала, необходимы для чистки.
Но это нужно смотреть. Во-первых, клизма должна быть определенной температуры. Во-вторых, нужно понимать, какую клизму для чего вы делаете. И третье, с какой периодичностью. То есть, например, если вы там после какого-то медикаментозного лечения, либо никогда не чистились, либо еще что-то, то можно начинать, но это у каждого индивидуально, можно начинать делать там, например, там раз в неделю, вот, и в течение, там, если вы себе запланировали, там, в течение 2 недель пройти определенную чистку организма. Но это нужно очень четко понимать, чтобы вы не сделали себе так, что у вас и так, например, там загружены чем-либо организм, какими-то токсинами, тяжелыми металлами, какими-то ситуациями достаточно нервными, которые происходят вокруг вас. И если вы еще будете чиститься вот, безбожно, да, и ваш организм уже тогда скажет, боже мой, все, я больше не могу. Вы должны именно помогать организму, не вычищать из него все, а помогать. Да, на каком-то этапе это достаточно хорошо. Но я про это же все-таки говорю более в закрытых группах, чтобы не применяли это каждый на себе. Потому что кому-то подходит, например, клизма с магнезией, кому-то соль сода, а кому-то там подходит эвкалиптовая лучше. А у кого, например, там кто какой-нибудь аллергик, то лучше, например, с лавровым листом сделать. Тут у всех абсолютно индивидуально, абсолютно разное. Понял, благодарю. Да, Леночка. Лен, ты открыла микрофон, а тебя не слышно. Наверное, нечаянно. Скажите еще вопросик один. Ага. Вот вы как-то помните, я помню, как-то вы говорили про Александра Феклистов, по-моему, или как вот он с этими аппаратами. Как вы сейчас скажете, что как к этому относиться? Ой, вы каждый должны все равно на себе это посмотреть. Потому что в любом случае то, что они имеют место быть, это да. Но как я вижу эти аппараты, это мое видение. Вот то, что в вас есть, ваши убеждения, они прям будут, вот эти аппараты будут усиливаться. Если, например, вы курильщик, ну, грубо говоря, если вы курильщик и думаете, я сейчас куплю этот аппарат и избавлюсь от курения, а внутри вы даже не хотите слышать о том, что вы сами себе говорите, да нафига мне это бросать курить, мне так хорошо от курева, давай что-нибудь другое придумаем. И человек очень часто не слышит то, что внутри у него есть. И он начинает ходить с этим аппаратом, у него он не срабатывает. Он думает, ну как так, я же вот вроде как хочу бросить курить, по факту не хочу. И вот то, что у нас есть внутри, оно обостряет, как я это вижу. Вот эти вот аппараты, они прям обостряют. Я понял, костыль, в общем. Костыль иногда тоже хорошо. Иногда. Иногда до определенного времени. Но вообще, ребят, я вам скажу, правда, уже столько у меня было ребят, и сейчас я уже могу с точностью сказать, что если к вам приходит осознание чего-либо, делание или неделание, то как бы вы ни болели, какая бы у вас паразитарная флора внутри ни была, если у вас пришло осознание, то вы идете к этому. Почему я один из марафонов хочу сделать, чтобы человек потом вышел на жидкое питание? Потому что там очень много будет психологических проработок, в том числе. Потому что когда психологически мы прорабатываемся, и идет вот это вот осознание, я понимаю, что пока в одном поле крутимся, все легко. Как только выходим из этого поля, то там начинается где-то на работе, где-то к бабушке приехали, где-то к родителям приехали, где-то еще куда-то. И все. И все, что вы там 2 месяца себя держали там на каком-нибудь минимальном питании там, или на какой-нибудь каскаде, все это пошло в тартарары. Бывает и такое. Но чем больше общаемся с определенными людьми, тем больше в этом закрепляемся. Но здесь не про еду, ребят, ни в коем случае, про осознание, для чего вам. Потому что когда вы осознаете, что я есть, когда вы осознаете, что есть вокруг меня,
я это уже неоднократно говорила, то тогда вам эмоциональный фон не интересен, он ничтожный, он вот пиу-пиу-пиу-пиу, получается такое вот. Это не про чувственность, это не про глубину, и вам он тогда не интересен. А вся еда, она, это эмоция. Еда, эмоция, больше в ней ничего нет. А как все-таки, Лана, подскажите, пожалуйста, осознать, кто я есть? Через вопрос, кто я? Или как, по-другому? Да по-разному. Не, ну я вам сейчас, если бы это было как через один вопрос, все бы его уже написали в инструкции, все бы осознавали. Это нужно же смотреть, ну, не знаю, ну приезжайте на ретрите все осознают, кто я есть. Других вариантов там нет. Понятно. А вот скажите, как, ну, я не знаю, может, тоже для каждого по-разному, но вот если, например, болит голова, и у меня ощущение, что я сажусь в медитацию, чтобы узнать лучше, и в один момент это одно, в другой момент это другое, то есть это могут быть разные программы, да? Или как? Как это лучше? Может быть программа, это может быть какой-то физиологический сбой, то есть смотрите, еще же болит голова, потому что мы болит голова, мы же вообще не умеем расслабляться. Мы напрягаться умеем, а чтобы расслабиться, mm-hmm. если кто-то ходил на массаж, то там все время говорят, расслабься. Ты такой, блин, да я вроде расслабленный. Нифига, мы расслабляться не умеем. И вот моменты такие, вот если голова болит, например, вот открываешь рот, простое упражнение, mm-hmm. и вот здесь вот нащупываешь жевательную вот эту вот мышцу, она нажимаешь эти вот точки, они прям болезненные. И с открытым ртом хорошенечко их массируешь. Потом все, рот закрываешь. И прям очень будет такой большой приток крови в голове. Разные есть. Есть еще такое, вот, например, берешь простую ручку и держишь ее в зубах. Вот так вот. Не надо на нее давить ничего. И ходишь так минут 5. То есть буквально через минуты 3 ты почувствуешь, что тебе уже тяжело ее держать. То есть у тебя вся кровь сюда вот она пошла. Mm-hmm. Если ты чувствуешь, что еще можешь минутки две продержать, прям вот хорошо-хорошо помассируй свою голову, прям вот волосами вот так подтягивай, чтобы кожу головы от черепушки подтягивать. Помассировала, подтягивала, потом эту палочку убираешь, то есть ты промассировала здесь, капиллярчики промассировала, палочку убираешь, и у тебя получается кровь, которая вот сюда вот все прилила, чтобы держать вот эту вот эту ручку, палочку. И она потом раз туда, и голове намного легче будет. Понятно. Спасибо большое. Да. Евгения или Евгения? У меня не полностью имя там на... Тоже вроде как хотел сказать, нет? Ну что, ребят, я тогда буду завершать эфир. Я его сейчас сюда сброшу. И будем разбираться, что там с Ютубом. Благодарю, что были со мной. Присоединяйтесь к марафонам, присоединяйтесь к аватару. Там будет очень много такой вот полезной информации. Если для кого-то это интересно. Всем спасибо.